Миланюшка, как она тебя? В тени липовых деревьев. Шикардос? Ты что, аж задумался, ребенок? Наверное, куплеты в голове какие-то. Ты уже снимаешь? Эх, ты оператор. Друзья, ты мне хоть пиндос дай сзади, чтобы я вовремя умел улыбаться. А что такое? Базар сегодня не работает, закрыт. Эх ты, не может быть, у меня в голове такой рецепт созрел, что по-любому таки что-то надо, чтобы там что-то продавалось. Друзья, всем привет, с вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, что? Первое блюдо. Я даже не знаю, что это. Первое блюдо. Лимонад, короче, овощной. Окрошка в голове созрела, спасибо Марату. Звонит Марат из Израиля. Говорит, Серега. У меня тут черная картошка. Короче, показал на самом деле. Короче, какая-то картошка с буряком их почпокали, и получилось что-то непонятное, но очень красивое. Но она же в середине белая. Она в середине черная. Черная? Да. Маратик там с Игорем руки показали, такое ощущение, что они этот... Пусть привезет нам пару штук, Марат, привезите нам пару штук. Кочегарили там, елки-палки, эту картошку. Сказал, что пока его не было в Израиле, Израиль на месте не стоял, и придумал замечательное овощ. Чернючую картошку, не знаю, как она называется. Надо его сегодня набрать, они вчера с ней что-то готовили. Ладно, ребята, короче, Марату передавайте все привет. Марат, привет! Он вчера позвонил, сказал, что буду месяца через полтора, а то и два. Он, да? Да! Он не говорил, он сказал, чтобы тебе не говорить, а то ты расстроишься. Он до этого 29 лет жил, когда-никогда там готовил плов. Но после Одессы теперь весь Израиль хочет приготовить плов. Андрей, таки здрасте. Так он 2 месяца будет готовить и плов? И у него сейчас тур, гастроли, короче, от одного места в другое и так, чтобы бесконечно. Будет людям готовить плов. Ну а мы даром не будем сидеть и сейчас купим такую вкуснятину, Марат. У вас Израиль просто нервно курит то, что имеем мы, понимаешь? Эх ты, окрошку, ребята, приготовим, да такую, что дальше не скажу. Ну, век на лодке не кататься, вы такую не ели. Айда. А я люблю окрошку. Вот такую, как я? Не знаю. Вот именно ты не понимаешь, я ее так люблю, что просто еще ни разу не пробовал. Ну, это уже что-то попахивает обмороком. Ты... Я озадачена. Ну все, вот, наберись терпения, в следующем видео ты узнаешь, как это. Целиковый орех большой. Красиво съехало. Нет, там в моем рецепте этого не будет. Но орех на самом деле хороший. Огромный просто. Скоро будут молодые орешки мои любимые. Слышишь? А может уже есть? Есть уже молодые орешки? Ну так как это, маникюр тебе зачем? Колупни, надкуси, попробуй, я думаю, что там все есть. На базарчике, знаешь, такие, когда шкурочка снимается. А, когда люди чистят? И беленькая, такое вкусненькое, молочное. Катюня, это сейчас вот такой орех, как мы у Арменчика были, а? Когда во рты готовит из молодого ореха. Эджеван называется. Молодой орех со шкарлупой. Что ты молчишь, как будто бы я не к тебе обращаюсь? Перечить тебе не хочу. Да не говори глупости, я вообще с тобой там был или нет? Чтобы я сейчас не спалился. Пошли, Сережа. Армен, брат. Нет, ты что, пришибленная немножко, как это? Не, я от радости хотел сказать, любовью. Ты сама не своя. Стоишь, не разговариваешь, что-то усы себе там трешь, елки-палки. Иди вперед, идем, а ты сейчас пришибленным станешь ты резко. Идем, тебя, и трогай меня. Идем, я тебе кофе могу. Спокойно. Идем, я тебе кофе мухачу. Если пенделя получишь, и все как положено. Идем кофейка выпьем, все-таки часов уже сколько? 11:30, надо расчехляться. Ой, детки, всем приятного аппетита. Смачного. Да. Вкусно? Да. Ты что, шикардос. Смотри, что казачка настоящая, а? Ты не брала с собой никакие там бигуди? Хотя бигуди не надо. Ну хоть эту, как это? Ну и так, крутится. Невидимку. Ты хоть знаешь, для чего бигуди? Вся в меня. Что, бигуди? Для чего? Чтоб крутились. Ну вот. А я же потом себя поправил. Ладно, слушай, оставь ты эту ерунду, мы все-таки идем делать базар и покупать что-то на кружку. Оно нам надо. Мы же не за парикмахерскую снимаем. Давай. Что, Миланька? Кофе попили, транспорт заменили, правильно? Эх, ты что? А резина-то летняя? Погнали. Сделаем аккуратненько, быстренько базарчик. И поедем готовить вкусняшку. Катюня! Что, Сергуня? Не, ну ты чувствуешь этот аромат? Как... Ой, сейчас липа цветет. Ёлки-палки, это просто... Хочется стоять и отсюда не отходить. Нет уж. Слышишь, может я на время, пока липа цветет, парковщиком устроюсь?
Давай. А что, день до вечера, день до вечера, две недели, и ты здоров. Эй! Потом весь год работать не можно. Или можно не работать? Отдыхать надо, да? А ты далеко собрался? А! Нет, я вот мне каждое новое дерево все красивее предыдущего, понимаешь? Сегодня у нас обзор, ребята, впервые. Да нет, впервые на арене обзор возле базара. Так и не войдем. Кстати, давай и не войдем. Пошли, давай, ты же собрался окрошку готовить, Сережа. Ее же там надо наварить, сварить, порезать. О, я уже вижу. О, я уже вижу. Катюня, занимай очередь я здесь, а я здесь. А все, мы сразу же выйдем, да? Здравствуйте. Почем кепочки? Бесплатно. Недорого, да? Да ты шо, красота. А дайте нам вот эту молоденькую лимоночку, ну килограммчик, да? Не больше. Ну так, мы сегодня будем делать именно как в ресторане, красиво, чисто пару тарелочек. Если ты сделаешь килограмм, 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 то это нет, то будет чисто много. Немножко. Вот хорошо. Бери полкилограммчика. Да я возьму килограмм. Вот яички домашние есть. Та она балуется. Дайте эту шляпу поносить, чтобы она одумалась наконец-то уже. Опля. Думаешь, поможет? Мог бы и чищенную вон взять. Какую? Да я ж такой могу еще и чищенную взять. Ну, килограмм возьми. Е, да? Яйца домашние? Давайте десяток. Огурчики родничок. Катюня, надо было у нас настроечки нарвать. Давайте тоже килограммчик. О, все, и домой. А, вот тебе легенький вот обзор. Подожди, нормально. Сейчас мы возьмем редисочку. Возьмем самую вкусную зелень свежую. Елки-палки. Здрасте. Сейчас я к вам козичку подведу, так что. Накрывайте петрушку. Хорошо, хоть не лошадку. Я комплимент сделал? В тенечек уйди с ребеночком. А. Так а что, нема у вас от капусты листика лишнего? Ребенку дайте, дайте поносить. Нормально. Не, он не холодный этот. Не, это не холодно. Я бы тебе дал погрызть. На, кипа. Как в Израиле. Тихо. Стой, 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 стой. Катюша, не держится. Как шлем надо. О. Нормально. Предлагаю тебе поцеловать в лоб. Ладно. Ой. Его помять, помять надо. В кармане поносить. О, вот, о! Это вот это мягенький. Настоящий чепчик. Смотри. Катюня, посмотри, какая красота. Ты что? Прямо, боже мой, вот это. Как будто бы только вот. Самая красивая в Одессе. Самая известная в Одессе. Это молдаванка и пересып. И что еще? Туда нам надо, в нашу окрошку. Катюша. Огурчики ты сказал. Да. Огурчики сказал, огурчики я взял. Все там. Ну все, денег, наверное, дать. А и яички тоже взяли, да? Да. Не, лучок мы такой зеленый возьмем, молодой. Все, давай гроши. Сколько она вам должна? 205. 205 и фурик в подарок, да? А Леночка, я вам только что новую модель придумал. Капустный. Липованский капустняк, да. Давай, деньги. Вот ты что, елки-палки, вот это вот. Как это называется? Мода, высокая мода, высокая базарная мода. Здравствуйте. Что, правду говорят? Конечно, что правду говорят, правильно? Ага. О, Катюня. Почем редиска? 40 гривен. 40 гривен. Штука или вот то все? Пучок. Шикарный пучок. О, дайте мне самый шикарный пучок на нашу самую шикарную окрошку. Здрасте, здрасте. Вот такие здрасте, да, да. Все здесь. И лучок нам надо вот такой вот, Катюша. Ты посмотри, какая красота. Да, да, да. А что мне ее и маму покормить, в принципе? Я-то у нас на видео практически не пробую. Катюнечка, что тебе надо еще, любовь моя? У тебя губа не трусится, когда ты на такой ассортимент зелени смотришь? Руккола. Руккола. Тебе надо руккола? А ты сделаешь дома мне салатик? Нет, сегодня я по окрошке. Какой салатик? Ну, дома. Катя, ну тебе надо, возьми. Тогда тебе ей надо, возьми. О, зеркало увидел. Ты что? Да. И укропчик тогда давайте, и петрушечку. Ты что? Обалдеть. Вот это Галя у нас так, Галя. Так, Катюшечка, укроп, петрушка, что еще? Все, Сережа. Все. Да, 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 да. У нас сегодня легкий, но сам. Ого! Понятно, сделайте аккуратненько. Но самый вкусный рецепт. Так, редиску взяли. Зелень пророща. Еще что? Все, 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 все. 120. Ты будешь снимать? Давай, снимай кепочку. Она мягкая. Не, ну это кушать нельзя. Катюша, да дай деньги. Она сегодня точечная какая-то. Миланька, шуфурик не одеваем. Спасибо вам огромное. Спасибо. За замечательную зелень. А ну, теперь по-любому будет
замечательная крошка. Что, я куда идем? Посмотри, что это. Вишня, вишня, черешня? Здрасте. Здрасте. Это черешня, да? Черешня, он вишня, вон крайняя. Ух, и черешня, как вы ее выставили по расписанию. Катюня, что это за модель? Это Молдова. Молдова? Катюня? Дай мне денег чуть-чуть немножко, одолжи, пожалуйста. Я никогда такую черешню не пробовал. Дайте. Да хватит чмокать, одолжи денег мне на вкусную черешню. Килограммчик и килограммчик. Вишни? Да. Что ты будешь делать, вареники? Один маме дам, а второй что? Компот сварим дома. Ты хочешь черешенки? Килограммчик тебе? Да ты как начал чмякать, ты меня оглушил, я уже и забыл, что я вообще хотел. Да, мне черешня такой захотелось. Пару штук. Вкусная или нет? А ты попробуй. Ну, так как ты пробуешь, я не попробую. Я говорю просто, вкусная или нет? Сладкая. У меня уже сдают нервы сегодня на сегодня с ней. Как-то так, не так, что ты, может, тебе еще раз кофейком напоить? Сереженька, а? Нет, я вот вишенку взяла, что тебе? Так, вишенка есть. Да черешеньки полкило, чисто побаловаться. Хоть детям показать, что вот такая бывает. Огроменная. Пусть побалует. Короче, сорт Молдова называется. Ты запоминай, когда будем осенью черенки покупать, саженцы, Молдову надо обязательно купить. Хорошо, Сережа. У тебя выкопаем два дерева непонятных, посадим одно понятное. Замечательно, великолепно. Все? Ну, если тебе клубника не надо вечером? Нет, не надо. Точно? Пока нет, я еще прокачу. Хорошо, ей не надо. Спасибо огромное. Сколько с нас? 300 гривен. Ох, и фруктовая красота. Ты посмотри, уже вливается, Катюша. Сейчас скоро персики на перегонке с абрикосами начнутся, арбузики, дыни. Так уже и лето скоро закончится, между прочим. Да путь на тебя так говорить. Ты что, дай хоть порадоваться. Спасибо огромное. Спасибо. За эти сладкие витамины. Пошли дальше. Тебе, ох. Здрасте, вы постоянно меняете место дислокации? Ох, и вот это да! Утконосовка и Примадонна. Катюня. Что, Сережа? Да не штокай. Тебе надо? Тебе с каким соском брать? С вот этим? Посмотри на эту помидору, елки-палки. Надо же было так. Это сказка. Природа создала. А? Давай возьмем парочку, они на самом деле бесподобно вкусные. Не, возьми килограммчик на домой и килограммчик маме возьми. Все, два по килограммчику. Сладкое? Да. Перестань ты говорить такое. И а пару что? Морковочек детям на погрызть. Правильно? Коротень. Свеженьких. Карательку. Карателька по 40, свои картошка уже упала в цене. А вы давайте любую, вот эту вот. Вот эту длинненькую. Маме две. Да и еще одну, все. Катюня, а буряк по 50, ты посмотри. Уже свеженький, настоящий. Ёшкин кот. Да. Да. Слышь, может, еще один борщ сварим? Оно же все лучше и лучше, посмотри. А тот последний вкусный борщ получился. Бесподобный. Мы варили борщ в афганском казане. Все из молодого. Очень вкусно получилось. Молодой такой, но очень серьезный вкус. Не, ну это прелесть. А чего мы буряк не посадили в этом году сами? А он долго растет, не помните? Если я его сегодня посажу, то на день рождения. Это на день рождения мой будет это готов? Точно долго будет расти. Эх ты. Милания, да, что? Да, вместе. Мама же ее и деньги у нее, соответственно, вместе. Ну, правильно, мужчину дети портят. Правильно, а мне некогда, я. Она меня детьми только одарила. Эль прима момента. 252. Пожалуйста. Прошу. На перке сакраменто. Он с детьми. Так, это надо было. Ла страда нио падре нио феличита. Сережка. О, спасибо. Спасибо большое. Что, Катюша, ты поехали? Хотела сказать? Хотела, чтобы ты успел сдачу взять, а видишь, пришлось мне взять. Привет. Да не надо мне твои деньги. Меня не подкупишь, елки-палки, давай. Так, хорошо, у нас же там где-то яйца. А ты же сказал, что мы быстренько и ничего брать не будем. Так мы почти ничего не взяли, что ты видишь. Они расквасятся? Домашние вот те? Да. Ну обидно будет, тебе же стирать. Ничего. Оголь-моголь. Бубочка, а ну-ка подержи. Катюша. Что, Сережа? Ты какая-то у меня хорошая, но не до конца.
Яйца-то было условно, елки-палки. А вишня что, не яйца тебе? Учись, пока у меня руки свободные. Поняла? Можно вот, а вот теперь уже и яйца можно. Подальше от вишни. Хотя вишня твоя, можешь давить. Только на черешню не ставь. Смотри, как красиво. Катюня? Посмотри, какая витрина. Ёшкин кот. Одни сплошные витамины. Пестрит. Обалдеть. Ох, смотри, а что это? Клубника, малина. Где? Что это? Написано клубника, малина. Ё-моё, вот это вы ее спарили. Жимолость. А это ожималась, какая красивая. Красиво. Здрасте, здрасте. Это прямо старый-старый? Но она на вкус как малина. Ага, выглядит как клубника. И что ты, Кать? Я жимолость попробовала. А потому что она, наверное, дороже, да? Ну и то 200 гривен. А, Катюня, пробую, не хочу, были бы деньги. И что у тебя жимолость? Ну, как всегда, кисленькая, вкусненькая. А я ни разу не пробовал. Да? Да. Я это молодость. Пипец. Понятно? А что, по мне не видно? Тебе точно надо, мне что? По мне не видно, что я никогда не пробовал? Так я, если попробую такую вообще, там под себя ходить начну, елки-палки. Наоборот, будешь первый парень. Молодой буду, еще моложе. А почему под себя ходить тогда? Короче, у тебя сегодня с шутками ее... Сегодня тебя боженька не одарил. Тебе сейчас там напишут, да ее вообще не одарил. На посмеяние. Да, 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 именно, ребята, спасибо. Даже если с ошибками пишете. Ага. Ох, и невозможно от этих ароматов. Смотри, картошечка даже по 35 есть. Розовая, что это? Пьяничка? Миланя? Здрасте, ты что так напиваешь тут? Сережа, посмотри на эту гигантеллу. 40. Кого? А, это вообще такое бывает? Это геркулес какой-то. Миланя, здрасте. Здравствуйте. Можно позалипать на вашу прелесть? ЁБВГД. Посмотри. Смотри. Катюня, она что зубила, понял? Угу. Да в любой рот вот так вот раз. Да и не влезет. Да засунешь. Ну, я-то, на, конечно, засуну, продастся. Сережа. А знаю, почем это не маленькая? А, там написано? 100 гривен. А, 100 гривен, ты что? А я хочу, знаешь, какую? Какую? Помнишь, мы с тобой купили такую длинненькую, мармеладную, маленькую? Сладкую-сладкую, помнишь? Какая, земляничная? Да, вон смотри, сколько шляпок там. Каких, вот этого? Да. Ёшкин ты кот. Здравствуйте. Здрасте. Ты что, кто вас учил так выставлять красиво? Очень красиво, ёлки-палки, как будто бы на грядке. Да, да, да. Свежий. Что? А, у тебя еще красивее? Ё-мо, тебя не снимаем, только головки, братик. Головки снимаем, да. Ты что? По 45 недорого. А? Что ты не хочешь взять такую красоту? Ага. Возьми, ты же взял хрустит кусочек. Давай, братик, иди сюда, ты похвастался, мы у тебя и возьмем. Давай. Меня не тебя не будем, только руки твои волосатые, держи. Они не волосатые, я все, держи. Что, одной хватит тебе? Конечно. Чего не хочешь? Бери ты две уже, так и так сфоткай. Одну, одну. Договорились, одну. Хорошо. Продано. Отлично. Давай деньги, 59. А что, у тебя нету? Катюня? А, ну на. Я вообще думал, что у меня сумку украли. Нет, все нормально. Нет. Все на базе есть. Тут не воруют. Просто у меня денег нет. Вот это да. А красивая. Не-не, нема. Я понял. Да там почти без дачи, я тебя умоляю. Ну, да, я тоже так. Благодарочка, все. Что, Миланька. Там, ага. До свидания. Скажите, всем, кто у меня вкус красивый. Слышишь, они же не будут знать, что это у тебя, ты понял? Да вы тут скажите, Генку найдут. Генка, да. Генка хозяин, хозяин головок. Идем. Хороших продаж. Хозяин головок, Сережка. Вот ты, конечно. Не, был бы Вовка, то зеленая головка, а Генка тоже ничего. Хозяин головок. О, шалковица, не оно. Румба. Здрасте, здрасте, здрасте. Джоли, румба. Кто, вы думаете, тут не всегда было интересное название клубникам? Что не год, то что-то новое. Здрасте. Здравствуйте. Земляника так прямо такой пошел. Ага. Вкусный ароматик. А что вы сами пробу снимаете перед тем, как продать? Здрасте. Ставит, грызет красиво, молодец. Нам тоже попробуйте.
Катюня, ты видишь? А. Посмотри. А. Куда? Да вот сюда, на медовую желтую. Ты же еще в этом году. О-о-о! А это что в баночках? Это садовая? Суница, не, лесова. Да? Откуда она такая? Да из леса. Откуда? А вот малиновый смак, как ты смотрела, ты видишь? Нет, там Фиба? Не малиновый, так как-то по-другому называлось. Малина суны. Да, да, не умничай. Клубника просто малина. Вот так и называлась. Ластивки, ластивки, ластивки. Ромашки, ромашки, ромашки. У меня любимая что? Песня. Что? Ты хочешь что желтенькую попробовать? Нет, я не хочу. Зачем ты? Полкило. Я не хочу. Хочешь возьми себе? Для целлюлита. Ой, для целлюлита. Для печени я помогает. Я уже смирилась. С целлюлитом? Да. А я нет. Дайте мне полкило, пожалуйста, вот этой красивой. Она же вкусная? Или еще пока не надо? Чуть-чуть пизднее, чтобы докусить. Хорошо. О, голубь прилетел. Ладно. Это так что нам? Что-то надо нам, Катюша? Ну ты хочешь, возьми вот землянички, может землянички быть. Возьмите. Да. Я уже из всех баночек вот поела. Ты хочешь, а я возьми. Ладно, давай, будь по-твоему. Да вообще-то мы пришли сегодня покупать на окрошку. Но черешня в мою окрошку не идет в рецепт. А земляничку добавить можно. Ромашки, ромашки, ромашки. Ой, это все, все для нас, даже не знаю для кого именно, но конкретно что-то для кого-то. Что у тебя там? Да? Ничего. А? Давай. Коты, да. Растут лохматы. Так, что мы вам должны, сколько денег? 100 гривен. Катюня, у меня есть, расслабься. Че себе? Я же у тебя на этот. Легендарный продукт. Здрасте, здрасте, здрасте. А что вы его не выпускаете? Тоже бью, да? Ой. Я сегодня еле договорился, чтобы она меня из дому выпустила. Да. И смеется еще потом таким крокодильим голосом. Что-то надо тебе, любовь моя? Все, Сережа. Спасибо огромное. Спасибо. Все, целую ваши ручки. Дня. Погнали дальше. Скажи мне, а ребенку яблоков ты не хочешь? Посмотри, какие красивые. Прямо ну, золото. Можно прямо взять золото. 2-3, чтобы больше не нужно, Сереж. Золото, как ты говоришь. Просто все такое красивое, что яблоки я уже не вижу, понимаешь? Где? Что? Ребенка Чепчик. Ты его уже давно потерял. И как только это? Сейчас вспомнил. Да, вот так это. Да не рассказывай. Ты не ищи. А, ты про этот говоришь? Ну да. А вот панамка где, которая у него была? Миланька, опля. Покатили с тобой. Надо ей дать какую-то цибулину, чтобы она грызла, а в это время будет идти нормально. Если ты ей дашь цибулину. Слышь, какой будет... сегодня день недели? Базар такой активный, живой, хороший. Людей немного, но среда, очень. Среда, середина, так немало. Середина недели. Все, что ты хочешь есть. И она недовольна. А, ага. Наоборот, довольна. О, у нас есть капусточка, смотри, какая красивая. Цветная есть, да, брокколи нема. Надо брокколи? А есть? Я ага, зазвонил. Все, дуже дякую. Спасибо все, большое. Катюня, срочно бегом. Ай, ты мне прям по ногам едешь. Да потому что шевели ногами. Посмотри, какие помидоры, ладно. Помолчал. Ты уже прошла, там ослепительно. Идем подальше, чтобы... А не то соблазняться, да? Фильмоскоп сейчас объектив потрескается. Лопнет. Здрасте, здрасте. А у вас все лучше и лучше. Чем вы полируете свои баклажаны? Что они так блестят? Иди, Катюня, покажи, ты что сейчас? Хотя близко не подходи, ты сейчас отражение свое там снимешь. Давай, чтобы весь мир тебя видел в отражении через баклажан. Ребята, она у меня не такая красивая, как эти баклажаны. Но что-то в ней есть. Это комплимент. Да. Посмотри, кабачок, что-нибудь тебе надо ребенку. Надо что-нибудь? Нет, не надо. Ну и сиди голодная, пошли-то, раз не надо. Спасибо. Спасибо. Ну что ты? Что-то выискиваешь? Брокколи шукаю. Где? Ну, где мед? А мед где? Катюня, тут везде мед. Не, я так понимаю, что вот там мужчина. А вы не помните, где брокколи продается сегодня? Где мед? У меня была брокколи закончилась, там какая-то. Ага. Дуже дякую, спасибо.
Идем, глянем. Что, у вас брокколи тоже закончилось, да, сегодня? Да. Эх ты, ладно. Пошли в другое место шукать. Не, мы пока искали, я уже опять багажник, Галкин и благодарочку. Вот такой поносил, поносил, устал ребеночек себе в капусте и уснул. У нас как опять 4 дня мини-года, слышишь? Ага. Начали так, продолжили так, закончили эдак. Слышишь, а с нашей стройкой сейчас вообще и завтрак, и обед, и ужин, все, все, все на ходу. Ой, не говори, Сережка. Да ой, не вздыхай ты так, надо по... Плиточник мне нужен хороший. Понюхай, понюхай ромашки, успокойся. Ромашки, ромашки, ромашки. Ластивки, ластивки, ластивки. Ромашки, ромашки, ромашки. Куда ты меня ведешь? Слышишь? Ты поняла, что я тебе хотел только что сказать? Что? Наверное, не поняла. Нет, конечно. У меня что-то не с юмором плохо. Вообще просто беда, елки-палки. Прямиком, вот что, тебе что надо, мая, что ВЗ. Тебе надо этот, не укол, а прямо клизму поставить, какое-то противоядие. Угу. Ну-ну. Так что ты нам хотел сказать? Приготовим с курочкой. Это для нас с тобой. Потом возьмем кусочек колбаски докторской. Это как я люблю. И маленький кусочек говядины. Но это вдруг, если гости придут. Ты понимаешь? Пошли, понятно. Не ты бы был, если бы ты вот это бы вот не придумал бы. О, здрасте вам, здрасте, здрасте. Здрасте. Ромашки, ромашки, ромашки. Тебя? Что ты? Покажу людям цены, что раз уж что-то такое делать. Ну, конечно, черный нешлифованный тайландский рис. О, какой красивый, по 150 гривен. Ух ты, то все. Согласен, да. Прямо кунжут какой-то непонятных размеров. А вон килия, болдо-балдо. Угу. Самый красивый. Это пониже надо снимать. Видишь, он сам. Вот, вот видишь, какой самый красивый в мешке? Вот второй с того края, понимаешь? Ага. И не самый дорогой, да, но очень интересный. Эксклюзив, между прочим, Сереж. А знаешь почему? Да потому что места уникальные. Килийские. Не-не, все нормально. Я понял, чтобы я на тебя не реагировал, тебе надо сегодня, короче, паранджу какую-то. Потому что я через фильмоскоп поднимаю глаза и понимаю, что ты не ты. Просто ходячий маникюр с фильмоскопом в руках. А, да, ничего. Еще пока. Не разговаривай. А вот и мед. Только брокколи нету. Да Толя тут за главного. Ой, как жарко. Это, наверное, солнышко на меня действует, Сергей. Да точно. Идем, я тебя квасом туда ухожу, холодным. Так давит, так давит на голову. Здрасте, кто крайний за квасом? Добрый день. Братик, мне надо такой квас, чтобы она выпила и сразу человеком стала. Ходит? Я могу даже два дать на пробу. У нас сегодня в наличии есть два. Давай мне один, ей другой. Филадельфия. Что-нибудь треба? А синенькие такие коробочки, которые я на хлебушек, на сухарики мажу, нету? То фета? Да. Ну, намажь Филадельфию. Ну, раз убрали, меньше хлеба. Да, хлебный. А это какой живой квас натурального брожения? Да. Оригинал? Давай, наливай. Наливай. Давай, наливай, поговорим. Так, эх ты. Знаем. Здрасте, здрасте. Квасом угостить вас? Хороший, вкусный, я знаю, где недорого. А ну. Катюня, ты посмотри, он аж пляшет. Тебе видно хоть что-то? Ничего тебе не видно. На, просто пей. Шикардос. А ты такой длинный стал, Сережка. Как будто бы ты в камеру такой воришка прибежал. Какой? В глазок, смотри? Да, да. А кто? Есть кто-то дома? Ребят, а? Если никого, так давай это сейчас. Кваска бахнем. Ребята, ваше здоровье, на. Спасибо. Что ты делаешь из меня, коня вот это вот? Я ж... Конный. Нормальный парень, пей давай. Так, это ей. А ну-ка, живой, оригинальный, натуральный. Брожение. Хорошо, холодненький. Сейчас как заржу, холодный... как настоящая лошадь. А ты что, до этого придуривалась или что? А?
Спасибо. О, смотри, а мне... Ой, а мне-то лучше. Может, тебе пиво налили, Сережка? А чё нет? Давай. Нормуль? Все, я понял. А ну да, я попробую это. Заворачивай. У меня был секрет, мы же сегодня ходим не просто так. Мы сегодня собираем ингредиенты на окрошку, короче. У меня есть один секретный ингредиент, который я скажу аж потом на видео. Ну ты давай вот эти две бутылочки, я сделаю три рецепта на разном квасе. Обалдеть, слушай, ну они какой кефир! Да. Настоящие, ребята, запомните его, я вам говорю. Нам уже приходит. Ну вкусный и то. Работа, а мы видели. Я не знаю, какой вкуснее. Просто бесподобный. Вот этот вот насыщенный, а этот именно как этот. Ничего не понятно, но очень вкусно. Давай я даже пошукаю. Да нет, это я тебя умоляю, ладно, это ты что, ты уговорил, красава, благодарю. А я и не знал. А что, так можно было? Братик, крепкого здоровья. Ой, давай. Напишу тебе там, Сережка. Все. Да я вас умоляю, пишите, что хотите, правильно? На карте пробил уже архивы. Все. Сходи маршрут тут недалеко. Маршрут положили? Да. Добро пожаловать. Добро, ты что, она уже гавкать начала, уже успокойся, елки-палки. Все, спасибо, погнали. Пожалуйста. Катюня? А. Какой выбирай? Так что тебе какой понравился? Не знаю, все вкусные. Да? Да. Братик, а дай раз бесплатно еще один стаканчик, пожалуйста. Да? Маме еще налить? Не-не, я хочу, я мадам, хочу угостить, я обещал. У меня открыто есть, зачем вы идете? Тогда налей. Ты что, сука, тихо. Давай, чуть-чуть. А то, что все глазами... Ребята, акция бесплатная. Подходишь, пробуешь, две бутылки бесплатно, еще и потом так... Еще и потом так дают вдогонку. Благодарю. Здрасте, как обещал. Здрасте. Квас. Спасибо. По-липовански. Я просто вас знаю, думаю, вот. Спасибо. Спит. Все, до свидания, спасибо. До свидания. Спасибо. А с чем поздравляю, Сережка? Ты не знаешь? А? Поздравляю с чем? Две бутылки кваса бесплатно. А, я бы сам поздравлял, конечно. Не, ну вкусно, согласись. Аж у меня голова протрезвела. Ты понимаешь? Да я понимаю, что мы сегодня как это, профукали все видео с тобой, блин. Какое видео? Наше. Чего? Да там же ни жизни, ничего. Такое, чисто вот два шлема прошлись по базару и все, елки-палки. Ты к себе претензии? Так надо было не к себе. Трусики нужны тебе? Хотите, поищу пятерку? Так это же женские. А, я думала, мужские. Ну, если что, возьми одну пару. Хорошо. Тебе в цветочек? Да, в кружевочек, елки-палки. Здравствуйте. Да? Ну так вот своими передавайте привет. Конечно, спасибо. Увидят. И им большой привет. О, салют, братик, привет. Карасики, песня, согласен. Карасик. Слушай, у тебя такое... Все, я же говорю, что у меня. Денег нам не надо домой? Денег? Деньги надо, сейчас у нас стройка. Хотя у нас а там денег есть. Взять? Веники. А ты за веники? Да, а ты за что? А ладно, уже не важно, пошли. А ты за что сказал? Не важно. Ну скажи мне. Нам курица нужна. О, это не наш ребенок. Ты что, гонишь? О, бери, не хочу. Здрасте, Коля, кто крайний? Здрасте, Коля, кто крайний? Кто крайний? Салют, здоровенький был. Да. Нам надо немного, но самое вкусное. Так, мне маме нужно взять фаршик из этого. Из курицы. Бедрышек, а есть индейки. Нет, давай ей из бедрышек, вот тот сочный, сочный, песочный. Да, да, прямо аж. Килограммчик. Килограммчик. Надо бы перчика взять, и мама бы сделала фаршированные, было бы. Да никогда не поздно. Ты думаешь? Конечно же. Что такое? Так, а тебе что нужно? Курочку. Ну ты меня сбила. Николай, мне надо немного. Мне надо... Одну? Да, одна грудиночка. Да, чисто вот так вот на полшишечки хочу приготовить сегодня оператору. О, шикардос, да, хватит.
И варится быстро, и цена хорошая. Угу. На полшишечки. Угу. Оператор. А крошечку? Филе бедро домашнее. Фарш филейный. Все, Сергей? Индейки новенько. Да. Да? Нет, нет, я просто смотрю, как у вас очень все красиво оформлено, организовано. А шаурма вот так классная. Да? Ага. Ребята порекомендовали, здесь тоже, оказывается, есть. Ага. Шикардос. Сколько денег? 220 за 200. Договорились. Да тихо, не дергайся, может, у меня есть. А, нет, дергайся. На, спасибо. Спасибо. Эти еще пригодятся. Все, хорошо, благодарю, давай. Сане, привет. Хорошо. Помчали дальше. Так, ничего не забыли, все взяли? Все, или еще колбаска тебе нужна? Колбаска и кусочек говядины. Ох ты, Сережка, мне. А хлебушек? Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Обязательно, обязательно. Там а вот очередь человека. Шо? А хлебушек? Выковырить оттуда мякишек и туда налить крошку. Знаешь, так подают? Кирпичик. Хорошо, но его же надо подзасушить. Нет. Зачем? Чего ты? А он не пропитается? Ну, пропитается, но... Ну, какой звук? Не, ну, давай. Ты серьезно? Четвертый рецепт, ребята. Все рецепты рождаются на базаре. Если у вас там немного все нормально, идите на базар, у вас будет таки хорошо. Хе-хей! Здрасте. А кто? Ага, это я. А можно нам какой-то кирпичик вот красивенький? Темненький. Что там, как и он называется? Рогалика. Дарница, давайте дарницу. И два рогалика. И два рогалика. Какие хочешь рогалики? Ты говори сразу при этим. Ну, обычные двумя рогалики, словами. Одесские. Ну, вот да, этот красивые, вот, да. Ага. Со вкусом кунжута. Да, отлично. Да. Так, верхушечку снимешь. Вот мне подашь так окрошечку. Верхушечку снимешь. Это тут такой рогалик. У нас в моем детстве рогалики вот такие были, да? Как вилка вот эта сахаром посыпанная. А это непонятно что. Что? 49. Смотрите, как раз без дачи. Спасибо огромное. Пожалуйста. Так. Ты что-то, Катюша, говорила, я уже не помню, что. Что? Ничего, Сережа. Не важно? Я не важно. Здрасте. Здоровенький был. Катюша. Да, еще. Ко мне скажи. Любовь моя. Ко мне, любовь моя. Так, бери вот эту, которая с мяском. Нет. Хорошо, а домой возьми с мяском и маме возьми с мяском. Хорошо. Давай. Мне вообще надо вот такой небольшой. Хорошо, и запекалочку. Кружочек. Бери, что тебе надо. А, нету запекалочки. Да, ты бы еще завтра пришла, или как это, или вечером. Как так? Здесь чудесная запеканочка. Здесь на курсы танцоров принимают. Мне надо кусочек докторской на крошечку. Ну вот такой толщины небольшой. А дальше? Какую телячью? Вот Дашу непонятно? Не. Вот я такую люблю. Вот, Фати, да. Вот именно чисто порядочек. Катюша, дальше тебе скажет что-то там, она сама хочет что-то сказать. И вот это с мяском, которое... Русановская. Рядышком Русановская, да. А что ты говоришь, это телячье вообще просто? Не, ну это просто... мало, что. Так это? Всю ему оставь. Вот эту всю оставь. И вот тут тоже эту... Ту вторую попку тоже давай. А ты считай в один кошелек, все нормально. У них же цена независимо от кусочка одинаковая. Правильно, правильно. Что там, как у вас? Нормально, слава богу. Ой, блин. Вот там не очень нормально. Но слава богу, да. Плиточник нужен. Да, мне главное, что дерево у нас распустилось. Красивое стало, а ремонт вот такое. В тени, короче, он сейчас ну, там да. Пропадает. Еще пару месяцев поделаем и нормально. Да. Да, время для ремонта сейчас. Пипец. Все, да? Оно никогда не время, а сейчас-то вообще... Сейчас это самое быстрое. Пипец. Ладно, не будем ругаться. Хорошо. Что? Ты опять замерзла? Я сижу, стою, смотрю, что может мне еще что-то. Да нужно. Ничего тебе не надо. Конечно. Денег отдай. Надо еще. Сколько мы должны? 450. Даю. Давай. Все, чао, какао. До скорых встреч. Катюша. Что, Сережа? Короче, все готово. Осталось только кастрюлю заиметь. Ура. Мы все взяли?
Там горчичку найдем, укропчик, сметанку найдем, третье, десятое. Все нормально. Из компонентов, из ингредиентов осталось кусочек что? Говядинки. Говядинки. Опля, спасибо огромное. Я пролетаю, все нормально. Вы проходите, потом я потом. Все пройдут. Катюша, давай, let's go. Здрасте. Что там, кто крайний? К вам, наверное? Давай, пусть Жека работает. Нам надо немного. Здрасте. Надо немного, но кусочек. Телятинки кусочек? Там уже и говядинки прямо. Мне, ну, вот мне надо... Вот не, лучше говядинка. На что вам? На крошечку, чтобы порезать себе красивенько. Я думаю, что вот этого мне хватит за глаза. Прямо шикардос. О, Катюля, это ты прямо как ребеночку. Ой, а посмотри, что я беру. Блин, ёшкин ты кот, шедевр прямо. Да. Все, порядочек, давайте. А что, почем она? Говядина, телятина? 250. Ага, а телятина? 250. А, вообще без разницы, из чего окрошку готовить. Да. Ладно, а здесь сколько? На 100 гривен. Да ты что, еще и со скидкой. Спасибо огромное. Это есть, это есть. На, Сергей. Катюня? Что? Не разбуди Миланию. Возьмите. Так сама дай. Ты как даю, это... Даю. Галя. А это мне? Да. Спасибо. Все. И вам это огромное. Меня. Спасибо, спасибо. А куда ты потихонечку так, как будто бы... Хочу спросить, почем сальцо в Одессе сегодня? 150. Ох, ты посмотри-то, посмотри на этот шмат. Сальцо шикарно. Да ты шо, блин? Чуть больше, чем у меня палец в длину. Да никто не понимает, о чем ты смеешься. Здрасте. Здравствуйте. У вас еще лучше? Ничего себе, вот этот бекон, посмотри. Что, тоже по 150? Чуть-чуть дороже. Ну вы же его шмалили, правильно? 180. Да, ты что, зашмаленное. Еще и мясо. Там, если подрезать, тебе еще и почеревок останется. Еще котлеты. Вот это размер. И сало. Так что, маленький кусочек. А, аж слюна накатилась. Я не знаю, не идем дальше по расписанию. Здрасте. Здрасте. А тут, смотри, красиво, я вижу, что... Есть тоже салка большое, нарежем. Ух, а это у вас там, если присмотреться, еще и яйца домашние смотри, есть. Смотри, а это прям... Не, нам пока не надо, мы все взяли, мы готовим окрошку, так что да. Сала много хотела. Да, голову, сало да? Там... Не, я просто за как это, для себя, для людей интересуюсь. Смотри, мы только подошли, уже начинают люди пробовать, а чего нет. А кто-то сейчас проснется, посмотрит базар и завтра к вам придет. Так и работает. Хорошее, доброе дело, да? Носик. Да, вот такая молоденькая. Красивый. Молоденькая. Да, вот сюда язык приставить, так можно еще и собрать кабаненка, елки-палки. Сало, копыта, все дела, короче. Там шея, ну шея вообще. А ну покажи, как она вибрирует. Катюня, посмотри на эту шею. Домашняя. Это когда Марат говорит, видно, и влюбляешься сразу в такой кусочек, а тебе надо мало, а хочется взять все, понимаешь? Это вот из этого кусочка. У нас просто было недавно, что мы... Ох, как ты в нее всунула. Ты что, и жарить не надо? У нас было недавно, мы искали и не было, а теперь нам не надо, и оно есть. Что это за закон? Подлости. Вот, вот. Ладно, продастся. Вероятности. Вероятно, подлости, 100%. Друзья, кейцы души с хорошим настроением для вас сегодня. Я даже не знаю, что мы сегодня здесь сделали. Но что-то связанное с окрошкой, правильно? Ага. Оператор Миланья, целая куча людей, друзей, хороший квас и одесский липован. Всем пока-пока. Чао.